Так, ребят, приехал к нам замерщик или копальщик, не знаю кто, но накопать будет, смотрите, видите, измеряет. Ой, блин, все в воде. Он там убирает все. Так, а мы с Дэвидом собираемся в лагерь. Ну что, вот он здесь все размерил, смотрите, поставил специальные геодезические приборы. Будет копать. Забор от того 16 фит и от этого 15. В общем, все по закону. Вот я поставил здесь разметки. Куда это он пошел? Ладно, Дэвид, нам надо ехать. Давай-ка, помогай маме. Ой, давай. Положил ему ланч, йогурт, в общем, все. All right. We're leaving. Ну вот, таким песком будет засыпать, ребят, на дно бассейна. В таком траке приехал. Пока один. Бабулечки, дедулечки, молодцы. Выходят на утреннюю пробежку. Видите, оленей нет сегодня. Все-таки, да, когда народа много, они прячутся. Вот, приехала я домой, ребят. Я так смотрю, одна машина стоит. Наверное, этот мужчинка будет один устанавливать бассейн. Ну, видите как. Может быть, кто-то подъедет, а может быть и нет. Джон траву собирался косить, но говорит, нет, не буду. Трава мокрая. Да и он там работает. Ой, ну что. Не хочу пугать. Ой, смотрите, уже там выкопал сколько. Ну вот, получается где-то, наверное, сантиметров 10. Отчитываюсь, убираюсь. Смотрите, пока Джончик поехал в банк за кешем. Потому что установка бассейна, ребят, нужно заплатить кеш. Получается $350. И $50 Джон хочет дать ему, ну, на чай. Смотрите, он уже что-то тут натянул. Да. Все уже поставил. Там еще два мужика приехали. Ходили тут, смотрели, проверяли, куда-то ушли. Кажется, на эту подложку, вот Джон мне сейчас объяснил, говорит, он будет выкладывать песок. Потому что вот эту подложку мы и купили дополнительно. Она дорогая. Вот, смотрите, поближе покажу. Я, конечно, в этом не разбираюсь, но вот, вот так все выглядит. Все, он тут скрепил. И вот такие пластиковые крепежи. Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Девчонки, смотрите, что я для себя открыла. Внимательно посмотрите на мои волосы. Как вам? Прикольненько, да? Короче, я купила себе специальный набор для милирования фирмы L'Oréal, да? И решила покраситься. Думаю, а чё? Стоит-то всего $7. Не то, что я там трачу по $300 в Водоен. Сделала такие контурные прядки возле лица. Смотрите, и вот здесь немножечко. Конечно, я допустила несколько ошибок, ребят. Мне нужно было нанести на корни, а я не нанесла. И кое-где у меня есть такие, знаете, темные пятна. Но это не беда. Пару раз потренироваться, и все будет отлично. В наборе, смотрите, что. Ну, во-первых, вот такая коробочка. Да, к ней прилагается шапочка. На самом деле, девчонки, мне шапочка не нравится. Ну, как-то я не привыкла с шапочкой. Вот, потому что мне хотелось, чтобы прядки были видны. А там, кому нравится мелкое милирование, то вперед. Вот такой чепчик. Прикольная я, да? Ну, с шапочкой все понятно. Смотрим дальше. Идет специальный колпак. Смотрите, полиэтиленовый. Когда уже вытащили все пряди, накрасили их, надеваете вот этот целлофановый колпак. Здесь написано, сколько держать. Ну, в зависимости, какой эффект вы хотите. Я держала где-то минут 20. И у меня неплохо получилось. В общем, здесь все легко и просто. Берете 2 пакетика порошка, оксидант и крем-краску. Все это в емкость, перемешиваете тщательно и наносите на те прядки, которые вам хотелось бы осветлить. В конце, когда помыли голову,
пользуетесь вот этим специальным шампунем, в принципе, его достаточно, даже на мою длину. И уже в самом конце наносится тоник, который как раз делает ваш цвет волос вот именно такой. Жемчуг. А теперь вернемся к бассейну. Закончил он свою работу, ребят. Бассейн шикарный. Вот стою, смотрю, налюбоваться не могу. Но снова проблемы. Оказывается, вот этот фильтр и все основное, ну, можно сказать, сердце бассейна, он не устанавливает. Мы должны либо сами это делать, либо звонить в эту компанию и ждать очереди. В общем, Джон, как всегда, сами знаете, на нервах, недовольный, но решил разобраться сам. Джон побурчал и пошел косить траву. Думаю, дайте покажу вам быстренько, иначе ничего слышно не будет. Так, ну что, девочки, мальчики, вот, пожалуйста, вот такой бассейн. Пустили они уже воду со шланга, видите? Сказал, что будет наполняться где-то 2 дня. Вот. А, нет, это не Джон косит, это сосед косит. А Джончик, по-моему, там. Я кого-то... А, ну да, он там. Смотрите, ребят. Слушайте, ну он огромный. Он нереально огромный. Вот такая подложка специальная, чтобы мягко было. Мы купили самую дорогую, ребят. Ой, you scare me. Well, if I should put bricks on there. And those bricks are too... Those bricks aren't big enough. So I'd have to buy a big bricks to put on here. Or I could just leave it on the dirt. Хочет вот эту штуку установить на большие камни. Ну, я говорю, я не знаю, как это все работает. Это фильтр с мотором. Вот, также заказали электрика, ребят. Говорю Джону, вот эту горку, и вы тоже спрашивали, куда мы поставим? Вот сюда поставим, ребят, лицом к деку. Кстати, будет намного лучше смотреться. Смотрите, сколько тут места. Дофигища. И вот она вот так будет стоять, мы ее просто поближе к деку поставим, вот здесь будет этот как мини-бассейн, и вообще супер-супер, дети будут счастливы, да и я буду счастлива, нифига себе такой басик, ребят, он огромный, он мне, вот я вот когда близко подхожу, по груди, а я девушка-то высокая, мне 1,71 м, кто спрашивал, да-да-да, без каблука, поэтому... Достаточно глубокий, плавать можно, и широкий, ребят. Мне, кстати, очень нравится. Ну, придется ждать, ребят, ходить и облизываться. Погодка, конечно, классная. Я рада, что мы купили. Надо просто Джончику разобраться, и все. Смотрите, какой материал хороший. Вот этот пластик очень хороший и сочетается с нашим деком. Ну вот, ходит, ругается. Ой.